Сегодня праздник пришел и в Кугейский дом-интернат. Поздравить его воспитанников приехали супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева и женсовет республики. С собой гости прихватили хорошее настроение, улыбки и, конечно, подарки. Прежде чем вручить новогодние гостинцы, все вместе смотрели представление со сказочными персонажами, водили хороводы вокруг елки, исполняли любимые песни. Ну и, конечно, поздравляли друг друга. Всем желаем здоровья, счастья, чтобы ваши мечты всегда сбылись. На лицах у вас всегда сияла улыбка. И сегодня хочется пожелать вам огромного здоровья, любви, доброты. И чтобы все ваши желания исполнились. Какой новогодний праздник без мандаринов? Ребятам привезли целую коробку этого фрукта с оговоркой от российского Деда Мороза и полезные подарки.